Новые детские мультфильмы. Поучительная история о фермере и его сыновьях. На одной ферме жила большая семья. Когда отец семейства понял, что он скоро умрет, он позвал своих сыновей. «Я собираюсь оставить вас, мои любимые сыновья». На последнем вздохе пробормотал он, «но у меня есть кое-что ценное для вас. Выкопайте виноградник и поделите все, что там найдете». Фермер умер. Сыновья подумали, что отец завещал им сокровища. Они долго работали и перекопали весь виноградник в поисках клада. Сыновья фермера не нашли никакого сокровища и поначалу очень расстроились. Но они так тщательно обработали всю землю на винограднике, что получили в этом году прекрасный урожай винограда. Они стали очень богатыми и поняли настоящую цену завещания своего отца.